Это что за парень? Где? А, Витька Бурок. Просто хулиган. А вот это его банда. Паштет, Шныра, Фургон, Белка. Попрошу вас! Красота! Они что, беспризорны? Да, Паштет и Белка из беспризорных. У Шныра, у Витьки матери работницы на фабрике. А вот Фургон, ну, тот, который Андрей, у него отец даже главный инженер. Сын Николая Львовича Зимина? Именно. Странно в такой компании. А это Костя Карлик. Профессиональный вор. Конкурент Витьки за влияние и власть во дворе. Вор? Да, вор-карманник. Прием бутылок с 9 до 12. Заходите, дети. Ну, заходите, заходите, дети, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте бутылочку. В очередь, давай, в очередь, давай. Так. Все в очередь. Так, бутылочка. Пивных три по пятаку, пятиалтынный. Еще две бутылочки. Хорошо. Так, полбутылок, раз, два, три, четыре, по три копейки, 12 копеек. А вот это не посчитали. Посчитал, посчитал, посчитал. Посчитали. Так, четвертинок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По две копейки. 12 копеек. 12 копеек. Так. И два, вот, пожалуйста, два мерзавчика по копейке. Почему по копейке? Как по копейке? Мерзавчики. Еще две копейки. 41 копейка. Почему 41? Итого 41 копейка. Почему 41 копейка? Дети, 41 копейка. Ну-ка. Все в порядке. Ты что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Давайте пересчитаем. Давайте пересчитаем. Три по пятаку. 15. 15. Так, 4 по 3, 12? 12. 6 по 2, 12? Ну и что? 2 по 1, 2 копейки. Итого 41 копейка. Все правильно. Все правильно. Так, ты что, девочка, две бутылочки? Так, бутылочки по пятачку, 10 копеек. 10 копеек. А что, вот еще пивные у тебя? А, очень хорошо. 30 копеек. Так, хорошо. А четвертинки у тебя. А вот у Белки еще две бутылки. Смотрите. Еще две, считайте же. Белка, давай. Давай сюда, давай. Так. Итого 63 копеечки. Получай деньги. Ты хорошая девочка. Хорошая девочка. Ну, кто следующий? Thank you.
Да, я. Иду сейчас. Меня вызывает Зимин. Просмотрели? Посмотрел. Акты? Акт. Действительно, 3000 метров брака. Да, 3000. 3000. Три. Вы что сказали? Что? Вы что сказали? Нет, ничего. Трудно. А что, собственно, трудно? Трудно сбывать такой товар. Приходится сучать кооперации частникам. Да, вам, бедняги, только посочувствовать можно. Мне, бедняги? Да, да, вам. А, ну да, конечно. Будьте добры, вы задержите эту партию, я ее сам проверю. Какую партию? А вот эту, 3000 метров. 3000? Ну вот эту, 3000 метров. Товар упакован, готов к отправке. И все-таки задержите. Я после обеда буду делать обход, и я зайду на склад. Что? Вы сами? Да, я сам. Тогда постараюсь. Пожалуйста. Скорее. Панфилов! Юра, накладную. Сейчас будет готово. А, Миша, здравствуйте. Здрасте. Вы что, тут работаете, да? Да нет, я работаю на платформе, записываю отправку продукции. Можете записать мою отправку. Да Тифлис. Да еще не скоро, так что вы не спешите. Да, ужасно все долго. Всему виной ломовые извозчики. Лошадь, это, знаете, анахронизм. Представитель деткомиссии, гражданин Навронский. Что такое? Погрузка. А вы говорите, не спешите. Живей! Иду, живей. иду. А ну, быстро, быстро, быстро. Как дела, ребята? Ну и отлично, хорошо. Так, ну, давай, давай, давай. Ну, быстро, быстро. Так, скорее, скорее, ребятишки. Так, так. Ну, быстро, быстро, быстро. По чекушке набрать. Бракованная партия. Какая? Вот здесь. Здесь лежало 3000 метров бракованной материи. Вот здесь. Здесь? Где она? Я предупреждал красавца, просил, чтобы задержали всю партию. А? Приходил товарищ Красавцев. Ну и что? Поздно. Как поздно? Мы ее уже отправили, эту партию, Лев Николаевич. Николай Львович. Вот, Николай Львович. Поздно, не успели задержать. Как не успели? Я же просил задержать. Транспорт подали, а клиент шумел. А потом, кто будет платить за простой вагонок? Ну, знаете, просто, я не знаю, просто ни в какие ворота. Нет, вы ответьте мне, кто будет платить за простой вагонок? Идите. Слушай, а когда приходил Красавцев? Не знаю. Может, и приходил. Да точно не приходил. Ой, Миш, ну не помню я. Ну ты же здесь был все время. А? Фургон! А ну-ка, спой песню! Отомри! Пожалуйста! Сумерки эти, вот нас погасли огни. Мы с моей милою Кэти будем сегодня одни. Фургон! А? Иди сюда! Ну. Ты зачем к нему пошел, а? Ну иди сюда! Ну иди сюда! Зачем пошел? Ты что над маленькими издеваешься, а? Че? Я вас что-то без очков плохо слышал. Сейчас тебе очки не понадобятся.
Давай, давай, давай. Давай. Подожди. Сейчас, ребята, идет родной, а? Ну что, Поляков, пойдем отойдем, поговорим, а что нам хвастаться? Вниз пойдем. Так, мы пойдем, давай, сойдем. Сюда, Поляков. Так, поговорим. Ага. Плохи твои дела, Поляков. Хватай, пацаны. Ух ты, черт. Ой, какая вещь, а. Какая... Не надо. Сейчас мы ему покажем. А что ж теперь делать-то будешь, а? За милицией побежишь. За милицией спрячешься. Эх ты, не успеешь. Вот именно. Ой, Витька, 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 ногой, ну, Витька, Витька, ну, Витька, ну, давай. Андрей, иди сейчас же, иди домой. Опять этот бандит. Андрей! Андрюша, я кому сказала? Сейчас же домой. Андрюша, уходите, все, уходите. Уходите! Уходите! Какой ужас у него! Он всех нас когда-нибудь зарежет! Какой ужас! Весь дом терроризирует! Дети мне гулять! Один бандит терроризирует весь дом! Чей нож? А не мой это нож! Твой? Нет. Твой? Нет! Ух ты, черт! Это неправда! Это его нож! Андрюша, скажи, чей это нож? Мам, я ведь не знаю. Чей нож? А пускай пацаны скажут. Это его нож, его нож. Это Поляков хотел Петьку порезать. Да ты что? Вот так, ясно? Понял? Какой, однако, мерзавец. Да плевать, пускай сами разбираются. Ну, значит, я тебя не понимаю. Товарищ милиционер, я видел, как все произошло. Я сейчас спущусь. Ага. Товарищ милиционер. Товарищ милиционер, этот нож принадлежит этому молодому человеку. Он мучил мальчика. А так, этот я молодой мучил? Человек... Да не было этого! А этот молодой человек вступился. Так. Я видел из окна. Все с начала до конца. О! Я думаю, другие жильцы тоже врет, видели. Во врет, что скажешь? А че врет он? Нехорошо, дети, лгать. Вы же знаете, чей это нож. Ладно, разберемся. Пошли. Пошли. Благодарю вас. Мадам, я выполняю свой долг. Ну, гад, мы еще встретимся! Ой, как страшно. Да, я тебе скажу, ты оказался не на высоте. Ты боишься этого, Альфонсо Дуде? Да нет, просто у меня сложные отношения с Поляковым. Так что если бы я вмешался, он бы это расценил как подлизывание. Да вы не волнуйтесь, ему больше поверят, чем хулигану Витьке. Так что он в вашей помощи не нуждался, уж в моей-то тем более. Правду надо защищать всюду и всегда. Этот Витька кончит тюрьмой, это мне ясно. Абсолютно. А что ж ему делать, идти на фабрику? Почему именно на фабрику? Ну, мы получаем так называемое трудовое воспитание на мануфактурной фабрике. Так. Даже дипломные работы пишем. Организация труда в красильной мастерской. Значит так, постановка учета на складе, ну что-то в этом духе. Ну и что ж тут плохого? Другие после школы пойдут на биржу труда, а ты все-таки будешь человек со специальностью. Нет, такая специальность меня не устраивает. Я хочу независимости. Независимости? Что ж тебя привлекает? Кино. Что? Кино. А у тебя есть для этого актерские способности? Ну, в кино, вероятно, прежде всего нужна внешность. Наверное. Ну, внешность у тебя есть. Папин один пациент, кинорежиссер. Так вот он обещал взять меня на съемки. Но будешь советским Рудольфом Валентино или Дугласом Фербинксом. Позволь мне говорить с тобой откровенно. Конечно. Можно? Ну, конечно. Ты интеллигентный, бесспорно одаренный юноша.
Ты рассуждаешь о независимости, а между тем независимость дается только деньгами. С этих маленьких кругляшек, по сути дела, и началась подлинная история человечества. Да, но где их взять? Надо начинать с небольшого. Вот я, например. Я уполномоченный общества «Друг детей». Я раньше что делал? Ходил по квартирам, разносил открытки, сувениры, лотерейные билеты. Не слишком солидные занятия для интеллигентного человека, для человека моего возраста. Но что делать, такова жизнь. Ой, извини. А что я делаю сейчас? Я заготовляю мануфактуру для наших предприятий. Прибыль от них также идет в помощь детям, что характерно. Раз в месяц я получаю свой процент. Рокфеллер со своего капитала получает несколько больше. Но я сыт, одет, обут. Делаю деньги. И думаю, как их сделать побольше. На чем? На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры? Друг мой, деньги надо делать на всем. НЭП. Папиросы и Иры – это еще не все, что осталось от старого мира. Страсти человеческие тоже остались. Их надо уметь использовать. Вот только что перед нами сейчас прошли три персонажа. Альфонс Доде, Костя Карлик и комсомолец. Миша Поляков. Ими руководит страсть. Костя Карлика волнует содержимое чужих карманов. Витька жаждет власти над маленькими. Ну, а Миша Полякова движет стремление к справедливости. Я только одного не пойму, как на всем этом делать. Деньги. Шевели извильный, дорогой. Жизнь сама тебе дает шанс. Умей взять это, что характерно. Получится с режиссером? Ради бога. Уйдешь в Дугласа Фербенс? Не получится? Плевать. Мануфактурная фабрика? Прекрасно. Интересно? Актуально? Вы с таким энтузиазмом говорите о мануфактурной фабрике. Знаете, как Миша Поляков на собраниях. Кстати, из всех троих, которых я видел во дворе, мне он понравился больше всех. Но вы его еще плохо знаете. Вполне возможно. Смотри. О, здесь Поляков? Я бы не хотел, чтобы он нас здесь видел. Поздно, он нас заметил. А, Миша! Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Я гуляю. Да? А не хотите... Простите, а не хотите прогуляться вместе с нами? Да я думаю, вам и без меня неплохо. Да? Ну, жаль. Пока. Привет. До свидания. До свидания. Я не богат, червонцура. Мне нужен клад, а не оклад. Я не богат. Червонцура, мне нужен клад, а не оклад. Если б каждый из сограждан дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, я б себе купил однажды то, чего люблю. Конечно, то, чего люблю, а как же то, чего люблю. А я люблю копилки из фарфора, они моя надежда и опора. Когда миллион себе скоплю, я макинтош себе куплю. Кому не хочется наесться всласть и в сливки общества попасть.
И если б каждый из сограждан дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, я б себе купил однажды то, чего люблю. Конечно, то, чего люблю, а как же то, чего люблю. А я люблю красотку Мариетту, но у меня пока миллиона нету. Слава, привет. Привет! Ты откуда здесь? Да вот шел мимо, думаю, дай зайду. Ну и как тебе? Ну и рожа. Я тебе сочувствую. Ты знаешь, эти рожи дают пищу для некоторых размышлений. Ну, например? Например, ну думали ли мы 2 года назад, что вновь появится все это? Но мы-то с тобой не стали другими, а это главное. Да это конечно. Но они ведут себя как новые хозяева жизни. Они не хозяева жизни, а хозяева своих денег. И не более того. Денег. Зато каких денег? Вон, видишь того старичка в пенсне? Вижу. А что? Этот старичок на рынке принимает пустые бутылки. Черт, я не узнал. А здесь в ресторане каждый вечер тратит огромные деньги. Завидуешь. Кто, я? Да ты что? Тебе смешно. Шучу. А вот эта компания часто здесь бывает? Какая? А вот за тем столиком сидит. А. Ваш Поляков довольно бесцеремонно разглядывает нас. Еще. Мы же с Юрой упадочники. То есть? Нас так в школе окрестили. Видите ли, у нас упадочные настроения. Угу. Кажется, разговор идет о нас. А кто это рядом с ним? Славка Ильдаров, пианист. Школу оставил, здесь временно работает. Тоже живет в нашем доме. Юру и Люду я вижу здесь впервые. А этот бывает частенько в Эрмитаже. Так он же живет в нашем доме. Да я знаю, он даже товар получает на фабрике, где мы проходим практику. Вот как? Я помню, Поляков так смотрел на меня в саду, словно я виноват перед ним в чем-то. Мы ж ему помешали. Хотите маленький секрет? Помните тот случай с браком? Так вот, наш Миша Поляков весьма подробно расспрашивал меня о вас и возмущался, почему вы получаете бракованный товар. А значит, он не так прост, как мне показалось. Да что мы все, Поляков, Поляков, Поляков. Скучно. Кстати, у Люды через неделю день рождения. Давайте подумаем, как его отпраздновать. Ну, что я тебе говорил? Они говорят о нас. Ну, ты скоро? Еще одно отделение. Подождешь? Ладно уж, подожду. Исполняется танго. Мужчины приглашают дам. Зимин требует документы на брак. Документы в порядке. Я не ошибаюсь, вы здесь дочерью Зимина? Вы не ошибаетесь. Можете спокойно передать ему документы. А теперь сделайте вид, что вас нет. За вами следят? Не думаю. Просто у меня есть знакомые, присутствие которых я не выношу. Что ж, молодежь танцует, развлекается, а мы с вами скучаем в одиночестве. Может быть, покурим? Я не курю. Я так и думал. Взгляните. Что за лица? Чему вы улыбаетесь? Да буквально только что я сказал то же самое своему приятелю, Славке Ильдарову. Он здесь на пианино играет. Когда вы смеетесь, вы представляетесь мне таким беззащитным. Да? Хотя я знаю, что вы можете постоять за себя. Да, кстати, что вы собираетесь делать после окончания школы? Собираюсь поступить в институт. В какой, если не секрет? Плехановский. Народного хозяйства. Кем же вы собираетесь быть? Экономистом. Это принципиально? Да.
А вас это удивляет? Немножко. Ну почему? Многие великие люди были экономистами. Карл Маркс, Энгельс, Рикардо Адам Смит и даже Евгений Онегин. Он был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, ну и так далее. Кстати, и вы в какой-то мере экономист, а? Вон, взгляните, здесь целый ресторан экономистов, кладоискателей. Да. Клад для них – это 4 человеческих слабости, 4 без. Бесхозяйственность, безответственность. Валентин Валентинович. Я занят. Извините. Безграмотность, безразличие. На этих 4 без люди становятся миллионерами в наше время. А по-моему, вы переоцениваете их возможности. То есть? Вы себя наверняка считаете потенциальным Морганом или Дюпоном. Их класс скорее не 4 без, а 4 у. Усушка, утруска, угар и утечка. Умница. С вами интересно поговорить, поспорить. В наше время не часто встретишь такого толкового молодого человека. Тем более будущего экономиста. Может, присядьте за наш столик? Нет, спасибо, мне уходить скоро. Всего доброго. В одном доме живем. Могли бы и заглянуть в гости. До свидания. Что не говорите, мне нравится ваш Поляков. С ним надо подружиться. Вам понравился сегодняшний вечер? Очень. Я рад, что Юра нас познакомил. Я тоже. Ой, 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 чего, как нога болит, а? Молодой человек, позвольте пройти. Вот это да, ой, какие мы серьезные. Циц! Подожди. Вы меня хорошо слышите? Я вас слышу! Позвольте пройти. А что, места мало? Ладно, чешите. Мы еще вернемся к этому разговору. Вернемся, вернемся. Юра, всего доброго. А как же вы сейчас? Что? Этот хулиган опять нападет на вас? За меня не беспокойтесь. А ваши уже, вероятно, спят? Ну и что ж, у меня свои ключики. Ну, привет вашей матушке. Подойди, пожалуйста, сюда. А что? Подойди, подойди. А теперь посмотри на часы. Который час? Половина первого. Ночи. Половина первого ночи. Ну, ночи. Нет, у нас великолепная дочь. Какое платье? Туфли. А духи? Ну, не надо сердиться. Не надо. Она взрослая девушка. Это так естественно в ее возрасте. Как странно. Люда сколько лет училась музыке? 8. И до сих пор концертов не дает. Ну, впрочем, у нее дивная походка. Но еще бы 3 года. 3 года школы ритмики и пластики. Ты не знаешь, почему божественная Сидора Дункан не пригласила ее в свою труппу? Ты в самом деле хочешь, чтобы наша дочь стала звездой балета? Ну, зачем? Зачем столь
высокие требования. Может, она просто постарается быть человеком. Между прочим, сейчас во дворе нас задержал этот бандит Витька Буров. Витька? Да, Витька. Опять? Опять. И если бы не Валентин Валентинович, нам пришлось бы очень плохо. Валентин Валентинович? Да, Валентин Валентинович, он как раз в это время подошел к нашему дому. А могу я узнать, кто этот благородный и таинственный рыцарь? Валентин Валентинович, я тебе рассказывала. Это очень-очень милый и очень интеллигентный человек. Это он вмешался, когда Витька третировал Андрея. Я думаю, мы его должны пригласить к нам в дом. Он уполномоченный какой-то организации, получает мануфактуру на нашей фабрике. Ну и что? Принимать его у себя мне не совсем удобно. Ах, боже мой. Слава, а про консерваторию ты не забыл? Да нет, не забыл. Я поэтому и в ресторане подрабатываю, чтобы днем можно было заниматься. Так поступай в этом году. Не знаю, как получится. Понимаешь, чтобы стать настоящим музыкантом... Привет, музыканты. Славка, поди-ста. Ну что, Славка? Ну что, Славка? Иди домой, ложись спать, не то тебя мама домой, хватится. Да. Может, ты меня еще в постельку уложишь? Ой, ну я тебя прошу, иди домой. Нам с Поляковым поговорить надо. Слав, ну я тебя прошу. Да хорошо, ну сам иди. Он не будет нам мешать. Слышь, Поляков, да. Если еще раз сунешь нос не свое дело... И что будет? Что будет? Да. Что будет? Да. Что будет? Ну да, перестаньте, ребят. А? Слава. А будет торцы и в воду концы. Вот так. Боже, какой грубия. Ой, да только не надо грубия. И он носит имя великого писателя. Ты представляешь? А ты знаешь, кстати, почему тебя называют Альфонс Даде? Чё? А? Чё ты? Да ну хватит, ну убери руки! Ещё, Петя, не трожь меня, моего коня, встань на место! Слава, кони в сторону. Так вот запомни, Альфонс Даде – великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью и галантностью. Чё? Понимаешь? Какой халатностью? Какой халатностью? Да что ты в самом деле? Ну, Миш, ну... Руки ну, назад! Ну, Миш, ну, уйди! Ну, хватит, ну, разойдитесь, ребята! Ой. Добрый вечер. У вас серьезный разговор? Да нет, ничего особенного. Что, не поладили? А вам-то какое дело? Ох, как грубо. Разве со старшими так разговаривают? Ой, да ладно, чеши отсюда. Не понял. Я не один, понял? Да плевал я на твоих, ты моих не трогай. Ух, какие мы страшные. Ну, смотри у меня. Ну, смотри, смотри. Да ладно, ладно, смотри. Дергай, родимый. Сосед, что же ты делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй! Тузик, Тузик! Тузик, мяу! Обижаешь ты меня, Тузик! Опять этот бандит на лестнице! Он когда-нибудь залезет к нам в квартиру!
Гремишь, зараза. Ну, давай, давай, давай. Да подожди, да ему залезть. Опа, давай скорее. Дверь. Ой, ну белка, ну молодец, а сейчас посмотрим. Ой, крем-сода. Дай. Что это? Это мы посев, дорогу. А когда мы поедем в Крым? В июле. Деньги сделаем и поедем. Обедать будем в вагоне-ресторане. Ой! А как мы деньги сделаем? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда! Витя, тебе кто позволит задавать такие вопросы, а? Он просто так спросил. Он просто так спросил, ну. Кто, спрашивает, позволил? А может, ты подучил, подослал? Ты у меня смотри. Я с тобой знаешь, что сделаю? Я тебя с крыши сброшу. Вот так. А хорошо в Крыму? Спрашивает. Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили, точно? Там море кругом. Братцы, самое лучшее место в мире – это Крым. Море, солнце, кислород. Хочешь загорай, хочешь купайся, хочешь рыбу лови. Рыбы там видимо-невидимо, голыми руками хватает. Главное, липу надежную иметь. Какую липу? Ну-ка, иди сюда. Витя. Иди сюда. Ну, Витька. Иди сюда. Ну, документ. Ну. Документ, документ. Документ. Ну, какой документ? Документ будет такой. Экскурсия. Я руководитель, вы ученики. Печать поставим и порядок. А где печать возьмем? Он просто так. Ну, Витька, ну он же просто так спросил. Иди сюда. Ну, вот, просто вот пускай просто так сядет. Садись сюда. Вот так, ну, просто. Говорил, говорил. Много знать хочешь, да? Витька, а бутылки в Крыму принимают? Не сказал. Они в бутылки записки ложат и в море отправляют. А что в записках пишут? Ну, что пишут, откуда я знаю? Что живут очень хорошо. Чего и нам желают. Замри. Дверь закрыта. Управдом, что ли, запер? Чем? Замка-то нет. По-моему, на засов заперто изнутри. Слушай, это Буров со своей бандой опять здесь. А, вот вы где. Здорово, орлы. Здравствуйте. Обращайте внимание. Слушайте меня. Крым – фабрика здоровья. Крымские дворцы, принадлежавшие ранее царю и его прихвостням, стали в наше время фабрикой здоровья рабочих и крестьян. Если вы хотите помолодеть, как минимум на 10 лет... Чего на 10 лет? Ничего на 10 лет, а как минимум... Фургон, хочешь помолодеть? Спрашиваешь, конечно. Сбросить с усталых плеч обузу будней и собственными глазами увидеть рай на земле. Посетите курорты южного берега Крыма. Еще с горной дороги перед вами откроется чарующий вид. Стройные кипарисы на фоне лазурного неба. Поистине райский уголок. А знаешь, Миша, если нашу антенну кто тронет, я тому все руки и ноги пообрываю. Правильно, Гена. Че это такое? Не знаю. Голубятню, что ли, строят? Не, вроде не голубятня. Это антенна для детекторного приемника. А ты-то откуда знаешь?
А я видел в школе старшеклассники. Одевают такие наушники, трубочки и слушают. Да, сейчас послушаем. Че? Ну? Нет, пацаны, ни черта они не услышат. Ну-ка. Здравствуйте, молодые люди! А я знаю, что вы там делали. Радио устраивали. Кстати, скоро должна начать свои передачи радиостанция имени Коминтерна. Так, во всяком случае, пишут газеты. А вы не встретили на крыше там своего недруга? Какого недруга? Ну, этого, Альфонса Доде. Да, мы их видели. Чердак — это их место жительства, они там и ночуют. Откровенно говоря, я поражен, что его так быстро отпустили из милиции. Да, но ведь он никого не зарезал. Да, но была попытка, есть такой юридический термин. А по-моему, была попытка только похвастаться своим ножом. Он вообще любит пофасонить. Ладно, бог с ним. Кстати, у одного моего приятеля есть отличный итальянский детекторный приемник. Если хотите, я у него попрошу. Да нет, спасибо. Я думаю, не стоит, обойдемся. Ну, желаю успеха. Ребят, работает, как итальянский. А ты видел его итальянский-то? Не видел, он услышал. Сегодня Валентин Валентинович рассказывал. А по-моему, Валентин Валентинович просто жулик. Вероятнее всего. Ловкий, сладкий и скользкий, как карась. Дай попробовать. Коммерсант должен быть ловким. Я вот не пойму только, в чем у них фокус с вагоном. По-моему, они с красавцем что-то хитрят. А, ребят? Слушай, красавцев как раз и есть жулик. Тихо. А по документам у них все правильно? Знаешь, напрань-ка во все поры. Вот тебе, пожалуйста, пример. Паштет и Шнера. Разговаривали. Ну и что? Они опять сидят на крыше с этим Альфонсом Даде. Альфонс Даде, по-моему, несчастный парень. Слушай, Поляков, ты стал такой сентиментальный. Такой сентиментальный, но уже Антона на тебя натравить. Внимание, да брось ты. Передаем новости. Тихо. По стране Советов. Начался призыв в ряды Красной Армии граждан, родившихся в 1903 году. В Москве полным ходом идут работы по строительству нового телеграфа. В столицу Белоруссии, в Минск, прибыл комиссар кавалерии Семен Михайлович Буденный. Он будет присутствовать на военных маневрах. Закончился триумфальный перелет советских летчиков Москва-Токио. Как сообщает из Италии, диктатор Муссолини смертельно болен. Ему необходима срочная хирургическая операция. На случай смертельного исхода назначен. Движение мельниц ведут движение. Движение мельниц ведут движение. Плохой тот мельник должен быть, кто век свой дома хочет жить. Весь век свой, весь век свой, весь век свой, весь век свой. Вода примером служит нам примером. Вода примером служит нам примером. Ничем она не дороже, не дальше, дальше все бежит. Все дальше, все дальше, все дальше, все дальше. О, Поляков, да? Ты мне нужен. А что такое? Колеса вот тоже это, не встают, ну, подожди, колеса. Покажи, подожди. Колеса тоже не встают, колеса. Можно вас попросить одну минуту? Пожалуйста. Ага. Ну, давай. Так, ребята, сейчас я прочитаю стихи, которые написала ученица 6 класса. Розы, стихи такие, значит. Розы тогда расцветали и пели тогда соловьи. Когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни. Ну, что смешного? Ничего смешного. Ну, и все. Это пишет ученица советской школы. Пускай другую ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда. Далее. Ты не знаешь, что я тайно страдаю, ты не знаешь, что я тайно люблю. К тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу. Но это еще не все, отойди, мальчик, в сторону. Не плачь, когда крылом могучим твой горизонт тоска затмит. Не верьте этим грозным тучам, за ними солнышко блестит. Ага, и рисунок, вот, пожалуйста. Вот так. Вот такие стихи написала ученица 6 класса. Зоя Новикова.
Это твои стихи? Ты их сочинила? Нет, не мои. Я их переписала. У кого? Не скажу. Ну, мы хотим знать, кто в нашей школе распространяет подобную мещанскую пошлость. Я все равно не скажу. Ну, значит, ты укрываешь пошляков и мещан. И сама ты, Зоя, мещанка. Я не мещанка. Просто у меня было плохое настроение, я переписала эти стихи. Зоя, ну как это плохое настроение? Разве у пионерки может быть плохое настроение? Антон, да. Ты когда неуд получаешь, у тебя хорошее настроение? У меня всегда хорошее настроение, я комсомолец, ясно? Ясно. Зоя, ты дала Антону тетрадь? Я никому ничего не давала. Ее вытащили из моего ящика. Кто? Не знаю, хотя подозреваю. Где ты взял тетрадь? Ну какое это имеет значение? Ну как какое значение? Где ты взял тетрадь, я спрашиваю? Нина Усова дала. Ну так бы и сказал. Нина, пойди сюда. Пойди. Это твоя тетрадь? Нет, где ты ее взяла? Вытащила из чужого ящика и украла. Да прекрати. Гена. А что Гена? Ну пойдем, покажи, где твой ящик. Пойдем. Ну показывай, где твоя клетка? Где? Вот моя клетка. Правильно, а Зоина? Вот рядом. Я случайно взяла тетрадь. А почему обратно не положил? А? Ну, Антону, зачем ты ее отдала? Послушай, Поляков, что? Миш. Антон сам велел отдать. Антон велел? Я тебе одному все объясню. Да мне одному не надо объяснять, не надо. Слушай, так здесь все ясно. Одна ворует, другой поощряет, а потом вместе читают чужие дневники. Знаешь, Миш, что я предлагаю? Давай Антону влепим строгий выговор, а Нине бойкот на неделю. Вот так. Реви-реви громче. Преступники всегда ревут, как белуги. Это помогает. Пойдем, ребят. А ты, любительница поэзии, в другой раз выбирай стихи получше. Мне нужно 20 червонцев. Я могу вам их дать, но только не для игры. Вам сегодня не везет. Не учите меня. Сегодня играть не буду. Я завтра могу сделать вагон. Но только не для деткомиссии. Слишком часто. Документы настоящие? Евгений Иванович, у меня все документы настоящие. В этом можете не сомневаться. А то, что я представляю разные организации, пусть это вас не беспокоит. Меня ничего не беспокоит. Меня интересуют только документы. Да, кстати, о документах на брак. Вы передали их Зимину? Передайте обязательно. Он же вас просил. Идеально, конечно, было бы, если бы он отнес их домой. Выигрыш! Мы выиграли! Но, откровенно говоря, мы честные труженики, друзья детей. Как говорил один писатель, должны стоять над схваткой. Это сказал Роман Ролан? Хорошо сказал. Очень хорошо сказал. Здесь ты можешь наблюдать одну из главных человеческих страстей. Страсть к игре. Да. Но шанс на выигрыш судьба дает не каждому. И потому пусть неудачник плачет. Пусть плачет. Мы же с тобой обратили этот глупый азарт этой глупой толпы в свою пользу. Отдай долг. Забыл, извините. Вот ты говорил, что скоро день рождения Люды. Да. Скажи, ты способен на безумный поступок ради нее? Да. Правильно. Один великий художник осыпал цветами дорогу к дому своей любимой. Красиво. Я понимаю, в Москве эти номера не проходят. Нет. Да это и не нужно. Но ты мог бы, предположим, я не знаю, ты мог бы, предположим, залезть по пожарной лестнице в
в комнату Люды и поставить одну корзину цветов. По пожарной лестнице? Да. Ну что вы, на глазах у всего дома. А, Юра, наше время так не рассуждали. Ну хорошо, я тебе прощаю и это. Скажи, ты мне как-то говорил, что в школе вы храните вещи в коридоре, на стеллажах. Ну, называйте их клетки. Да. И там в одной из клеток портфель Люды. Да. И там ключ от квартиры. Наверное. Ну, правильно. Я всегда говорил, в таких случаях, эврика. Юр, ты куда? Я на секунду. Папа должен в школе подойти. Я ему отдам ключ от квартиры, он свой забыл. Ну-ну. Должны выяснить точно, почему Красавцев не выполнил распоряжение Зимина и даже не пришел на склад. Я не знаю, Миша. Так вот, слушай дальше. Ну, ты же слышал, что Зимин говорил Панфилову? Миша, я не прислушиваюсь к чужим разговорам. Да? Что? Ну, ладно. А что там случилось? Ребята, не знаю. А? Спокойно, чего вы кричите? Тихо! Стой! Шш! Девочки при лестнице! Не ломайте лестницы! А мальчики, соколики, берегите столики! Несъедобно. А ты лебеду пополам с соломой не пробовал? Ты уж, Миш, извини, но мне в жизни повезло. Я никогда не ел соломы, не собираюсь этого делать. А жаль. Миша, да что ты с ним разговариваешь? Это ж контрик недобитый. А ну-ка, стоп. Чего? Стоп, стоп. Вы ведь знали, что Финка не моя, а Витькина? Какая? Почему молчали? Какая Финка? Ай. М? Боишься его, да? Кого боится? Витьку, что ли, боится? Воруете вместе? А ты видел? Трусоеды вы несчастные. Кто трусоеды, трусоеды? Еще раз повторится, с вами такое сделаю, пух полетит. Смотри, как... А теперь катитесь. Пошли. Герои. И вообще, Миша, я считаю, их надо гнать из школы к чертовой матери. Понимаешь ты? Кого? Хулиганов этих. Всех повыгоняем, один Антон останется. Да, и будет учиться. Ну, в данном случае нетерпимость лучше, чем гнилой либерализм. Понял? Особенно с ворами и уголовниками. Да они такие же уголовники, как мы с тобой, понял? Да ты что, они разлагают школьный коллектив. Их выгоним, другим неповадно будет. Ихтиозавр какой-то, честное слово. Ну, выбирай выражение. Не нравится? Представляешь, появляется из глубины веков Антон Ихтиозавр. А? Мастодонт. Пятикантроп. Ну ладно, перестань поясничать, в конце концов. Я абсолютно серьезно говорю, с такими типами надо бороться. Да с ними нужно не бороться, а привлекать их на свою сторону, ясно? Запишите тему сочинения. Крестьянство в изображении Жени Ивана Сергеевича Тургенева. Алексей Иванович? Да? Мне хотелось бы переменить тему. Почему? Ему Тургенев не нравится. Мне кажется, что крестьян надо изучать в современных условиях, а не у крепостника Тургенева. Произведения Тургенева направлены против крепостного права. Но ведь он сам всю жизнь владел крестьянами. Ну как всю жизнь? Он умер в 883-м, а крепостное право отменено в 1861-м. Верно. Где же вся жизнь? Ну хорошо. А ведь вы сами говорили, литература должна объяснять историю с правильных идейных позиций. Какая же идейная позиция у крепостника Тургенева?
Антон, это упрощенный взгляд на литературу. Понимаешь? Что у вас? Алексей Иванович, можно поближе рассмотреть положение крестьянства до революции? Пожалуйста. Тогда надо отменить Пушкина, он тоже владел крестьянами. Литература не объясняет историю. Литература не объясняет историю? Воспитывает человека. А воспитывает человека. Да как воспитывает? Что воспитывает? Как хороши, как свежие были розы. Есенин? Ты его не любишь, не жалеешь. Да ладно. Мне теперь понятно, почему твои пионеры занимаются черт знает чем. Интересно, а чем это они занимаются? Слышь, Поляков, она еще спрашивает. Маруся! Миша, слушай, а где Юрка? Мы же его только что видели в столовой. Я говорю, Юрка куда-то делся. Он с сочинением не пришел. Юрка? Ну, может, заболел. Может быть. В чем дело, Антон? Алексей Иванович, да? Я не могу сидеть рядом с Зиминой. Да? Почему? Ну, вы сядьте с ней рядом, тогда узнаете. Духи как будто чудесно пахнут. Да, чудесно. Всю школу прокоптила своими духами. Ну, если тебя раздражают духи, садись где хочешь. Правильно, пусть сядет где хочет. Это его личное дело. Пожарная команда! Синие блузники, стройся! Кончил работу с семьей или один? Синюю блузу смотреть иди! А чего вы ждете? Ждем сигнала! Даешь свисток! Даешь начало! Мы сотрудники газеты, не артисты, не поэты! С мира занавес дерем! Всем покажем! И споем! Что в Марокко? Все Марокко! Что у нас сейчас под боком? Как во Франции дела? Как экскурсия прошла? На Арбате что у нас? Что в Италии сейчас? Что в деревне? И короче, обо всем ином и прочем... Врагов труда гранит штыки! Вставай, газетные полки! Делай раз, делай два, делай три! Физкульт, привет! Без сомнений и страха! Придя с работы, снимая рубах, правило помни одно непременно! Нет физкультуры без гигиены! Шапку лихо надвигрень, задымлю цигаркою. Дела много целый день, по бульвару шаркаю. В морду дать, пожалуйста, мы, ребята, ежики. А пойди, пожалуйся, так за клешем ножики. Что нам рук, что нам льва, наплевать на все права. Можем всех приятелей обложить по... Ребята, прячемся. Я же монство, тру-ля-ля, и скажу вам смело. Люблю глазками стрелять, не люблю лишь дело. Завела я дневничок, в нем пишу стихи я. Мопассан и Поль де Кок, вот моя стихия. Только станет лишь темно, страстно ждет меня кино. Мэри Пикфорд, Гарри Филь, миг вскочил в автомобиль. Им навстречу, как дикий кот, мчится Гарольд Ллойд. Сколько страсти и огня, ох, держите вы меня. Что мне школа забыл давно, дайте мне кино. Помогите! Подайте, гражданочка, не за то, что пою, за то, что не ворую. Оп. Помогите, ограбили! Делай раз, делай два, делай три! Встретим ветер телом голым! Панцирь наш, трусы одни! За футболом! Баскетболом! Проводи почаще дни! Если в кресле вам удобно, если сытно привыкли обедать, извольте выслушать подробно то, о чем хочу я вам поведать.
моя ночка черная, ты найди мне потемнее уголок. Я девчонка, я сиротка, беспризорная, на ночлег не настреляла я себе свой пятачок. Каждый вечер выхожу я на прогулочки, в переулочки, да в закоулочки. Как улягусь темной ночкой, я на землю голую, слезы рвутся и клокочут, клокочут из груди. Работенку мне хоть самую, самую тяжелую, помогите, помогите, помогите вы найти. Делай раз, делай два, делай три. Нету странички позорней, это пятно мы сотрем. Давайте же мы беспризорных в колонии всех соберем. От социальных последствий, чтоб оградить нам страну, против разрухи и бедствий дружно объявим войну. Нет пятна более страшного, более черного. Эй, страна, к десятилетию октября ни одного беспризорного! Товарищи, позвольте мне от вашего имени поблагодарить участников «Живой газеты» за содержательное поучительное представление. Да, товарищи, трудные годы тлетворного влияния НЭПа, как это хорошо было показано в газете, мы, молодежь, должны сохранять в неприкосновенности наш революционный дух. Но что же мы видим? В наших рядах распространяется пошлость, мещанство. Многие носят банты, галстуки, фельдеперсовые чулки. К чему эти декорации? И как с этим бороться? Антон, а чем тебе не нравится галстук? Гена, перестань бузить. Слушай, а чем тебе не нравятся фельдеперсовые чулки, а? А для чего они? Что, чулки? А ты что, не знаешь, для чего чулки? Ну подожди. Чтобы какой-нибудь там гнилокровный буржуазный выродок любовался женской, так сказать, изящной ножкой на танцульках. Так что ли? Так ты что, вообще против танцев? А вред танцев доказан. Доказан? Кем? Ну доказан. Кем доказан? Ну ладно. А некоторые продолжают вертеть ногами. Разговаривают на «вы», «извините», «пардон». Это насквозь прогнивший интеллигент. Я сам видел, как один комсомолец подавал другой комсомолке пальто. Ну и что тут такого? А для чего? Чтобы подчеркнуть ее неравноправие. Так что ли? Ведь она же ему пальто не подает. Слушай, а может у них любовь, а? Ну да ладно тебе, тебе дадут слово, выйдешь и скажешь. А любовь может быть на основе общих интересов, общей борьбы и общих идей. Вот так-то, Геннадий. Там вот Зоя Новикова хочет сказать. Зоя Новикова просит слова. Пожалуйста, Зоя Новикова. Мужчина называется мужчиной. Громче! Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный. А вода называется водой, потому что водянистая. А чего? Ребят, ну хватит. Ну где? Чего я? Дайте сказать, человек. Говори, Зоя. Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный. Мы уже слышали. Ну что в этом смешного? Ведь он должен быть мужественным. Парень защищает девушку от хулиганов, а не девушка парня. Если он подаст ей пальто, то в этом нет ничего унизительного. Простая вежливость. А я все-таки хотел бы знать. Женщина называется женщиной, потому что она женственная, да? Да, именно. А если парень грубит девушке, то он хам, ясно? А если она небрежно одета? Она просто неряха. И почему обязательно ходить в сапогах? Я предпочитаю туфли. Танцевать удобнее, а да? Чего? Комсомол не должен устраняться от танцев, иначе танцами воспользуются чуждые элементы. Будут плевать на всякие фокстроты, черстоны. А что плохого в вальсе? Краковяки. Мы их танцевали?
танцуем и будем танцевать. Независимо от того, разрешит нам Антон, понимаешь ли, или не разрешит. Можно мне? Я благодарен Антону за то, что он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Чего вообще хотят все комсомольцы? Они хотят стандарта. Хотят всех подвести под этот стандартный тип. А я не хочу. Я хочу быть самим собой. И буду. Кто хочет стандарта? Я не хочу. Ребята, вы хотите стандарта? Нет! Слышал? Каждый человек должен быть самим собой. Ясно? Но плохо, когда человек думает только о своей карьере, благополучии и внешности. Прости, я что-то не уловил мысли. Ты понимаешь, дело не в том, как ты носишь бант, а в том, что бант стал для тебя культом и заменил тебе все. Он забантовался! Ян, ну хватит. Кстати, культом могут стать и стоптанные сапоги. Да. Вообще, ребята, я считаю, что не в том дело, в чем ходит комсомолец. А в чем? А в том, предан ли он делу революции. И все? Нет, не все. И готов ли он пожертвовать всем для него? Я предлагаю запретить участие в танцах. У меня другое предложение. Какое? Танцы разрешить, кроме фокстрота и чарлистона. Почему это интересно? Фокстроты слишком прижимаются. Ты не прижимайся. Но и чарлистоне не прижимаются. Все равно это буржуазный танец. И никто не умеет его танцевать по-настоящему. Получается не танец, а какое-то кривляние. Я предлагаю запретить банты, галстуки, фельдеперсовые чулки и духи. И одеколон, да? И одеколон тоже. А между прочим, одеколон это не роскошь, а гигиена. Можно мне? Пожалуйста. Нужно принять решительные меры по борьбе с хулиганством. Особенно против тех, кто вовлекает в хулиганство малолетних. Правильно. И таких я предлагаю судить показательным судом. Вот так. Миша! Поляков! Товарищ Свиридов, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Что-то ты забывать стал старых друзей. А вы знаете, времени нет. Я ведь школу заканчиваю, опять же практику проходим одновременно. Ага. Так что дел... Совсем взрослый стал. Выше меня ростом. Разрешите? Время. Возмужал. Да. Ты зачем сюда? А сюда я заходил по делу. Ребят нужно со двора пристроить. Угу. Да, кстати, хорошо, что я вас встретил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам собирался зайти. У меня к вам дело. Ну-ну, какое дело, говори. Вы знаете, у нас на фабрике в последнее время, где мы проходим практику, творятся очень странные дела. Какие дела? Во-первых, вдруг резко увеличился выпуск бракованной продукции. Третий сорт или брак. Мы пытались с ребятами проверить, но вы сами понимаете. Ну да. Здесь нужен глаз специалиста. Понятно. А главный инженер у нас. Как его фамилия? Зимин. Николай Львович. Зимин, Зимин. Я его знаю, он давно на фабрике работает, старый спец, по-моему, человек честный, порядочный. А, ты что, сомневаешься в нем? Как вам сказать? По-моему, или его водят за нос, или он делает вид, что ничего не замечает. Угу. Знаешь что, давай так договоримся, Миша. Вы с ребятами займитесь этим делом, присмотритесь, но только осторожно, чтобы не спугнуть махинаторов. И не обидеть подозрением людей невиновных. И позвонишь мне. Хорошо. Ну, а мы с своей стороны тоже этим делом займемся. Ну, хорошо. Ну, будь здоров. Я пойду. Будь здоров и позвони. Позвони обязательно. Добро, позвоню. Ты зачем пришел? Хочешь погулять со мной, да? А деньги-то у тебя есть? Ты знаешь, нет денег у меня. Нету? Ну, что ж, можно просто так в кино сходить. В кино? Ну, да, в киночек. В кино, пожалуй, можно. А на кино-то у тебя хватит? Вот на кино у меня хватит. Тоже мне кавалер нашелся. Ну, а чем я не кавалер? Полегавый ты, вот кто, понял? Не понял. Ты лучше мне скажи, как тебя зовут. Привязался тут. Да белка я, белка! Я у тебя настоящее имя спрашиваю. Чего привязался? Белка я, белка, белка! Бабушка, как ее зовут? Ой, ну а кто ж ее знает? Да как это? Приблудная девчонка. Подобрала на вокзале, в голод еще. Ну вот, с тех пор и живет со мной. Так и живем. Ой, как крестили, я не знаю, а зову просто Анушкой. Анюткой. Анюткой. А ты, Анютка, почему в школу не ходишь, а? А не хочу и не хожу. В колонию отправят. Куда? Куда, в колонию. Не могу, в колонию.
Что смешного-то? Ничего смешного. Да убегу я, правда, бабушка? А ее брали. Она убежала. Да она откуда хочешь убежит, верткая. Вот из колонии ты убежал, а из тюрьмы не убежишь. Там четыре стены и решетка на окне. А мне и в тюрьме-то неплохо. Да? Да. А это почему? Почему, почему? Потому что там кормят, вот почему. Тебе сколько лет? А не сколько мне лет? 14 лет записано. А живете-то вы на что? А что люди добрые дадут, на то и живем. Да вот белка кормит, спасибо, не обижает. Да? А интересно, где ты достаешь? А где надо, там и достаю. Попасться можно. Пускай могила меня накажет за то, что я его люблю. Белка, хочешь, я на фабрику тебя устрою? Куда? На фабрику. Специальность получишь, зарплату, оденешься. Я могилы не боюсь, лучше, кого люблю и с тем помру. Что тебе человек говорит? А с директором я договорюсь. Договоришься. Платок себе купишь, ботинки. Зимой босиком не побежишь, сахару поешь. Ты решай, только недолго, то место уплывет. Уплывет. Что скажешь? Мама, Мишка, шрила брюки. Брюки, брюки, Мишка, брюки потерял. Ну ладно, надумаешь, скажешь. До свидания. До свидания. Я сейчас тебе такую трамвай сделаю. А? Баба, это ты что? Чё? Бать, бать. Ну, ложись спать. Господи. Бать, ты ну успокойся. Не буди. Наша? Не трожь ее. Люди! Тебе чего? Мне с Виктором нужно поговорить. Не вовремя вы, Господи, не вовремя. Тебе чего надо? Ну о чем нам разговаривать-то? Видел, да? Как сын на отца бросается. Тебе что надо? Ну, что тебе надо? Ну, зачем ты пришел? О чем нам с тобой говорить, а? У нас своих делов полно. Понял? Ясно? Ясно. Ясно. Здорово. Здравствуй. У Витьки, что ли, был? У Витьки. Помирились? На фабрику хочу его устроить. Ха, агаетка самоля. Витьку на фабрику. А че? А у Белки что делал? Просто нужно было. Слышь, Поляков. Ну? Ты в школе учишься? Учусь. Хорошо учишься? Неплохо. Ну так вот и учись в своей школе. А Белку Витьку не трогай. Не разговаривай с ними. Мой совет. Если ты мне будешь советовать, я тебе... Что ты мне? Что ты мне? Что ты мне? Рожу намылю. Понял? А ты меня напонял, понял? Не бери. Понял? Надорвешься. Понял? Слышь, Поляков, я тебе не Альфонс Даде. Я зря ножичком баловать не буду. Понял? Николай Львович, вы не могли бы устроить на фабрику двух подростков? Ребята болтаются во дворе целыми днями. Бронь, мой друг, бронь подростков, она заполнена. Ну, я понимаю, но девочка-сирота бежала из колонии. Ну, ты с фабрики убежи. Да не убежи, не убежи. Да убежи. Я вам гарантирую, не убежи. Жалко, пропадет девчонка. Рядом Смоленский рынок, Проточный переулок, жулики, варьё. Кстати, ваш Андрей с ними хорошо знаком. Да, одна компания. Андрей? Да. Компания? Может, он играет в компании?
Это серьезнее, чем вы думаете. Ну, я целыми днями на фабрике, так что воспитанием детей жена занимается. Стало быть, Андрей и Ко. Вот, кажется, и к людям ведь тоже относятся отрицательно. Ну, почему? Нет, она взрослый человек и сама за себя отвечает. А вам не кажется, что в вашей школе вообще существует, ну, как бы сказать, известное предубеждение к детям из интеллигентных семей? Нет, это не так, я думаю... Ой, только, пожалуйста, вы не вступайте в дискуссию. Сегодня был трудный день, я устал. А насчет вашей просьбы я подумаю. Впрочем, такие вопросы решает директор. Ну, хорошо, я с директором поговорю. А я с своей стороны. Всего доброго. До свидания. Николай Львович, вот документы по браку. Ну что же вы мне их сейчас-то даете? Я же домой еду. Мы подбирали. Я хотел к вам принести, но вижу, что вы идете домой. Вот. Ну хорошо, завтра воскресенье, я их посмотрю дома. Наиболее популярны сейчас Лес у Мейерхольда, Принцесса Турандот у Вахтангова, ну и Жирафля у Таирова. Но самое поразительное — это театр Кривой Джимми. Я обещаю познакомить вас со всеми новинками театральной Москвы. Ну а сегодня, я надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра новой фильмы. Вход только по пригласительным билетам. Принцессу Турандот мы смотрели. К счастью, театр Вахтангова рядом, на Арбате. И только из-за этого мне удалось вытащить туда мужа. А вот Мейерхольд, говорят, у него там все вверх ногами. Это не совсем так. Он, безусловно, оригинален, но это занятно и своевременно, а современно. Возможно, но я воспитана на Станиславском. Ага. Да, вы правы. Вы правы. Конечно, главное в искусстве — это человек с его чаяниями, надеждами, страданиями. Человек это... Это звучит... Вот великая французская актриса Сара Бернар так стара, что все свои роли играет, не вставая с кресла. А публика рыдает. Сара Бернар. Mm. Говорят, она обещала приехать в Москву на гастроли. Да, вместе с креслом. Валентин, я понимаю. Возможно, будет достать билет. Ну что, не беспокойтесь. Я что, свисята, позабочусь. Валентинович, а вы москвич? Сейчас да. Но родился я в Орловской губернии. Если говорить откровенно, если я не буду вас шокировать. Что? Как это принято сейчас говорить, я из бывших. Отец мой был управляющим конных заводов у графа Орлова. Ах, вот как. Ну, а сейчас я заготовляю мануфактуру для наших предприятий. Да, Николай Львович, мы опаздываем. А где Андрей? Андрюша? Да во дворе, наверное. Я же просила его быть дома. Позови Людочку. Ма. Люда, позови. Люда, ну? Наш двор — это какой-то ужас. Извините. Какой-то ужас. Вы помните этого хулигана с финкой? Витька по прозвищу Альфонс Доде. Витька. Так вот, этот Витька. Последнее время только и слышу в нашем доме. Витька, Витька. Можно подумать, что он член нашей семьи. Сейчас мы идем. Он всех нас когда-нибудь прирежет. Витька. Андрей дружит не с Витькой, а с Леней Панфиловым. Шныра. Шныра. Хорошенькая компания. Ну, компания не компания, а Шныра всегда заступается за Андрея. А что, разве его кто-нибудь обижает? Андрей, я просила быть дома. Я и так дома. Так вот, мы скоро уйдем. В 9 часов закроешь дверь и спать. Ясно. Вы слышали? Из-за границы пришла печальная весть. Макс Линдер покончил жизнь самоубийством. Боже мой, какой ужас. Теперь это модно. Но сейчас вы его увидите на экране. Таково чудо синематографа. Thank you.
Квартира Зимина. Нет, никого нет дома. Ну, придут поздно. Да. Андрюш, пойди сюда. Пойди, пойди. Ну, пойди. Когда мы были в кинематографе, ты выходил во двор? Нет. А к тебе приходил кто-нибудь?
Вот Панфилов, как вы его зовете? Шныра. Шныра приходил? Да нет, ну папа. Вот здесь стоял мой портфель. Ты один был дома. Где он? Откуда я знаю? Ну, пап, пусти, пусти, ну, пап, пусти, ну. Андрей, ты куда? Да папа что-то ищет. Что ты ищешь? Портфель. Оставил на работе или забыл в трамвае? Может быть, он в окно вылетел? В любом случае, не стоит мучить ребенка. Зачем ему твой портфель? Кстати, этот Витька, которого ты считаешь чуть ли не членом нашей семьи, спокойно мог влезть в открытое окно и взять все, что ему заблагорассудится. Зачем? Что зачем? Ну, зачем ему понадобится портфель с бумагами? Ой, позвони в милицию. Кого обвинять, собственного сына? Мама, мама, дай мне полотенце. Иду, иду, иду. Я прошу тебя. Что? О портфеле никому ни слова. Ну, пожалуйста. Господи, ну кому я могу рассказать? Ты ко мне? Нет, выше. Ну, валяй. Спасибо. Меня вызывает главный инженер. Я просмотрел документы, но там не все. Все? Не все. Все? Не все, не все. Пожалуйста, вы подготовьте мне все документы, ну, скажем, за последние 2 месяца. Николай Львович, ей-богу, кого вы проверяете? А я самого себя проверяю. Вот такую возможность вы допускаете? Конечно. Ну вот. Пожалуйста. Только чтобы подобрать документы, нужно время. Ну, дня 3-4 достаточно? 3-4? Да. Мне хотелось бы к субботе иметь документы. К субботе? К субботе. В субботу я уезжаю за город, в воскресенье вернусь и вечером посмотрел бы документы. Договорились? Хорошо. Ну и отлично. Так я иду. Да, идите, идите. Я пошел. Да. Валентин Валентинович. Он требует документы по всем отправкам за последние 2 месяца. Так дайте. А мне сделайте 5 вагонов. И оформите брак. Как? Да-да, 5 вагонов. В понедельник Зимин подпишет любой акт. Это я вам гарантирую. 5 вагонов брака – это невозможно. Возникнут подозрения, вмешается трест. Даже если Зимин подпишет акт, я на это не пойду. Ну, хорошо. Половина браком, половина третьим сортом. Но чтобы во всех 5 вагонах был первый сорт. После этой операции мы с вами расстаемся. Эта операция даст вам возможность еще много-много раз посетить ипподром. А мне купить небольшое шале. Что? Дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу, особенно в средней полосе России. А ведь... Здрасте. Здрасте. А ведь Подмосковье-то средняя полоса, не так ли? Сегодня выручка. Какие мы Непманы? Да вы типичные Непманы. Вы наживаете состояние. На чем?
на бутылку. Что? Состояние? Вот ты даешь. Лично у меня ни копеечки, у паштета тоже. Ни копеечки? Ни копеечки. Фургону мамка дала на пирожок. На пирожок, конспираторы. Ну а в Крым вы как собираетесь добираться? Пешком, на поезде или на машине марки Форда? А ведь, что ты молчишь, а? А кто это такой? Ну я его не знаю. Я тебя знать не знаю, знать не хочу, потому и молчу. А совет хочешь послушать, разумный? Хочешь? Вам главное, ребят, добраться до Джанкоя. Оттуда до моря рукой подать. Это до какого Джанкоя? А это город в Крыму есть. Джанкой называется. Но ведь нет такого города в Крыму. Есть. Нет. Но ведь есть. Нет такого нет. города в Крыму. Есть. Какие города, по-твоему, есть? Какие? Да. Города какие? Да. Севастополь. Есть. Констанца. Чё? Ну а еще? Щепетовка. Не помню. Так, Щепетовка я говорил. Стамбулянский. Что? Да нет такого города. Где ты его выкопал? А где надо, там выкопал, тебя не спросил. Хочешь, дам тебе почитать географический атлас? Давай. А? Давай. Давай. Да бери ты свой атлас. Только вернуть. Верню. Давай, ну. Вот вы в Крым собираетесь. А в Москве вы хоть в одном музее были? Не, не были. Нет. Не были. А в театре каком-нибудь, в цирке не были? В театре. На Воробьевых горах не были. Вы живете в Москве, в центре. Где вы были? Ребят. На кладбище. На кладбище. Что вы там делали? На каком кладбище? Синичек ловили. На Драгомиловском кладбище. Вот я и говорю, что вы типичный непман. Деньги зарабатываете на синичках и на бутылках. Непманов нашел. Ну а в цирк вы со мной пойдете? А никто с тобой в цирк не пойдет. С вами все ясно, товарищ Стамбулянский. Я ребят спрашиваю. Пойдем? Ну куда ты прешь, дед? Бутылки сдавай. Ну что ты суетишься, не видишь, дети? Ну давай свои бутылки, иди отсюда. Тебе моя песню, вечерняя заря.
Желаете сфотографироваться? Здрасте. Здравствуйте. А деньги у вас имеются? Есть, вот. Прекрасно. Располагайтесь. Брысь! Не баловаться. Какой фон желаете? Южный берег Крыма, можно? Можно. Вот это и есть Крым. Ну, в общем, не совсем. Но берег и море ничуть не хуже. К тому же вулкан за ту же цену. Как называется? Простите, что? Вулкан. А, вулканетно вас устроит? Сойдет. Давай. Предупреждаю, яблоки из папье-маше. Внимание! Не шевелитесь. Сейчас отсюда вылетит птичка. А теперь самое важное. Мы сегодня с мамой и с Людой уедем за город. После нашего отъезда из дому никуда не выходи. Договорились? Да. Вот. Почитай немного и в постель. Так. Если звонить кто-нибудь будет, ни под каким видом дверь не открывай. Скажи, нет никого дома, но спроси, кто. Хорошо? Хорошо. Ну, я надеюсь на тебя. Надеюсь, ты же не в первый раз дома один остаешься. Конечно. Ну, конечно. А мы вернемся в воскресенье, то есть завтра. Ну, а теперь можешь немножко погулять. Ну, ну, ступай, сынок. Ну, подожди, подожди, подожди. Чего? Что новенького? Ну, ничего новенького. А Мишка Поляков зачем к тебе приходил? А не твое дело. Опа. Пусти. Пусти, слышишь? Ладно уж, иди. Стоп, машина! А ну, иди сюда! Садись! О чем говорили? С кем? С Костей Карликом. Ни о чем мы с ним не говорили. Ну, только не ври мне! Ой, глаза-то твои бесстыжие! Мы же давно с пацанами здесь сидим, все видели! Ну, о чем говорил, не ври! Мы же видели, как ты там с ним стояла! Вот пристал, понимаешь. Ведь Костя Карлик нашим деньги подбирает. А кто ему сказал, что мы на Крым собираем? Да что ты? Ты сказала! Да не говорила я ничего! Не говорила, вот Христом Богом! Если еще раз я тебя с Костей Карликом увижу... Ну и что? И никакой Христос тебе не поможет! Не поможет! Завтра все... Едем на Драгомиловское кладбище. Помирать, что ли? Все нечек ловить. Я не могу. Почему это ты не можешь? Мои в субботу уезжают за город. Меня решили оставить дома. Когда уезжают? В субботу. Прекрасный летний вечер, а?
Миша. Да? Я преисполнен к вам самого нежного, самого доброго отношения, а вы продолжаете сердиться. Это верно. В вашем возрасте все это трепетно, нежно, стыдливо. А мы, старики, циники и скоты. Мне за себя стыдно, поверьте мне. Миш, хотите поехать со мной на бега? Простите, куда? На бега. Лошади, моя страсть. Я ведь игрок. Играю на тотализаторе. Я знаю, это предосудительно. Ну, что делать? Я знаю, за игру на тотализаторе исключают из партии. Но я беспартийный. Больше того, я обыватель. Это тоже предосудительно. Но что делать? У каждого своя судьба. Вот вы, например, комсомолец, человек идейный. А я всего-навсего рядовой совслужащий. Получаю свои проценты, небольшое жалование. Но что делать? У каждого своя судьба. Да. Да. Понимаете, Миш? Люблю хорошо пожить. Ну? Да. Вы спросите, как? Да. Лошади выручают. Ах, лошади. Я ведь не просто игрок. Я счастливый игрок. Вот я вам не нравлюсь, я вижу. И все делаю для того, чтобы понравиться вам еще меньше. Такой дурацкий характер. А вот, кстати, почему я вам не нравлюсь, а? Ну вот скажите, почему? Ну какая вам разница? Вот мне, например, совершенно безразлично, нравлюсь я вам или нет. Да, ну значит, вы не хотите считаться с мнением других людей? Ну считаться с мнением других, это вовсе не значит всем нравится. Ну правильно, но тем не менее я вам не нравлюсь. Скажите, почему? Кое-что в вас мне не нравится. Вот вы, например, получили вагон мануфактуры. Опять 25. Эх. Зимин велел этот вагон задержать. А его, наоборот, спешно отправили вне очереди. А когда Зимин пришел, ему сказали, что не успели задержать. Кто это сказал? Завскладом, Панфилов. Ну, я тут при чем? Все это проделали без вашего ведома. Ведь я был при этом и видел, как вы торопили рабочих и давали им наводку. Ах, Миша, Миша. И по таким вещам вы стоите о людях. О, нам скоро выходить. Да, вы правы. Все это сделано с моего ведома. Но посудите сами. Я с великим трудом добыл мануфактуру, обил десятки порогов, вырвал десятки резолюций. Наконец товар мне доставлен. Я его оплатил, сообщил в Тифлис, достал железнодорожный вагон. И вдруг кто-то приказывает этот вагон задержать. По-видимому, для того, чтобы отдать его кому-нибудь другому. А я что ж должен ждать месяц, два? Какой же я после этого снабженец? Так, лопух, дурак и бездарность. Граждане, трава идет в парк. Ну, вы остановите, мы и выйдем. Вот вы будущий хозяйственник, будущий экономист. Вот представьте себе, вы директор швейной фабрики. Вы ждете вагон мануфактуры. Без этого ваша фабрика не может работать. А ваш уполномоченный, тюфяк Чурбан, проворонил этот вагон. И ваша фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного? Вот то-то. Хорошо.
вы защищали интересы своего предприятия. А красавцев? Что красавцев? Взятки я ему никакой не давал. Просто он не хотел волокит. Партия готова, оформлена, упакована. Задержка вызвала бы простой вагон. Ну, допустим, я абстрактно кому-то что-то дал. Пятерку, там, десятку, допустим. Но ведь делал это не для себя, для государственного предприятия. Я же не частник. Ну что же вы замолчали? Да видите ли, дело здесь не в деньгах. Это вопрос не денежный, а нравственный. Мелочь. Маленькое преступление. Но ведь оно открывает путь к большому. У меня остался неприятный осадок. Ощущение некрасивой сделки. И вы были ее участником. Да. С такими принципами вам будет трудно жить. Вы голубой герой. Вы слышали? Стреляли. Из пугача. Нет, это не пугача. По-моему, в том подъезде. Да ну-ка. Кого вы ищете? Вам что-нибудь нужно? Да, срочно. Врача и милиционера. Сейчас позвоню. Впрочем, врач уже не к спеху. Ну что, никого? Есть там кто-нибудь? Ты что здесь делаешь? Сплю. Ну-ка, приподнимись. Оружие где? Че? Оружие.
Какое оружие? Подними руки. Нет у меня никакого оружия. Кто здесь еще есть? Где, здесь? Здесь. Никого здесь нет. Только что туда-сюда вбежал. Ты не видел? А? Нет, не видел. Может, слышал? Не слышал. Странно. Деньги чьи? Мои. А портфель? Чего? Портфель чей? А я откуда знаю? Где взял портфель? Не знаю. Ну как ты не знаешь? Так не видел я этого портфеля. Пошли. Пошли, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Желаете сфотографироваться? Допустим. А какой портрет желаете, соло или групповой? Соло. Прошу сюда. У меня к вам разговор. Конфиденциальный. То есть с глазу на глаз. Я вам не представляюсь, так как наше знакомство вряд ли продлится. Но на всякий случай предупреждаю вас, что если я не вернусь домой в 3 часа, меня будут искать здесь. У вас. Кроме того, здесь будут искать людей, убивших инженера Зимина. Сообщаю это вам как не глупый человек, не глупому человеку. Кто совершил это убийство, я не знаю.
меня это не касается. Я занимаюсь совершенно другими делами. Но я хотел бы поставить вас в известность вот о чем. Некий молодой человек по имени или по кличке Костя Карлик уже однажды побывал в этой квартире и взял портфель с документами. Таким образом, молодой человек знал, что второе посещение этой квартиры опасно. Так оно и получилось. Нет, возможно, этот молодой человек никакого отношения к убийству не имеет. Тогда я зря сюда пришел. Но не исключено, что имеет. И не предупредил, что он уже украл портфель. Тогда он кого-то обманул. А человек, способный обмануть один раз, может это сделать и во второй. Вы со мной согласны? Никакого Кости Карлика я не знаю. И ни о каком инженере я не слышал. Что за фуфло ты мне несешь? Извини за беспокойство. Валентин Валентинович? О, оказывается, мы знакомы. Ну, как вагончики. Отгружается? Нет, ну с транспортом у нас теперь налаживается, слава богу. Теперь я вспоминаю. Мне ваше лицо тоже знакомо. Где-то я вас видел. То ли в ресторане, то ли на бегах. Там бывает много народа, но вас я запомнил. И знаете почему? Вы удивительно напоминаете мне одного человека. Вот, да, бывает же такое сходство. Этот человек получил 10 лет со строгой изоляцией. И представьте себе, сумел убежать. Строгой изоляции он убежал. Да, вот так вот, бывает же такое, да. Такой смельчак до сих пор не могут найти. Найдут. У нас найдут. Ну, почему могут и не найти? Как говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. У нас говорится по-другому. Будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. Можно и так. Главное всегда, в любых обстоятельствах, быть правдивым. А Костя Карлик кого-то обманул. Честь имею кланяться. Да, кстати, чуть не забыл. Костя Карлик документы продал одному человеку за 2 червонца. Просил прибавить 5, ему отказали. Ну, это так, деталь. Честь имей. С этим Витькой Буровым, а? А что у меня с Витькой? Ну как, говорят, ты к нему адвокаты записался. Да какие адвокаты? Что ты говоришь? Ты понимаешь, просто казалось, что единственный свидетель, фактически. Ну? Вот. Я слышал выстрел. Я привел милиционера. Потом я нашел этот портфель. Ну прекрасно. Что прекрасно? Ну как, ты помог найти преступника, товарищ, без задержки, без задержки. Должен гордиться этим. Чем гордиться? Каждый честный человек на твоем месте сделал бы точно так же. Правильно? По-моему, каждый честный человек должен прежде всего разобраться, что к чему. Что ты волнуешься? Что ты волнуешься? За тебя это сделают другие. Судья, прокурор и адвокат.
что его засудят из-за меня. Ты понимаешь? Почему? Почему из-за тебя? На основании моих показаний. Я должен быть убежден, что он убил. А я не убежден в этом. Не уверен. А факт? Какие факты? Ну, факты против него. Он убил Зимина? Да. Ты видел? И я не видел. Чем он его убил? Пальцем? Обыскали весь чердак, револьвера нет. Да вообще, как он пробрался в квартиру? Как пожарная лестница мог пробраться? Совершенно спокойно. На виду всего дома, пожарной лестнице. Ну ладно, допустим, он проник в дверь. Через дверь в квартиру, да? Где ключи, где отмычки? Да и мотив, основание. Ограбление? Почему он ничего не взял? Документы, да на кой черт они ему нужны? Правильно, документы ему были абсолютно не нужны. А что ему нужно было? Да он залез в квартиру, чтобы просто обокрасть ее. Ну почему не обокрал? Почему? Слушай, с тобой невозможно разговаривать. Тась, да с ним невозможно разговаривать. Не разговаривай. Сейчас идем. Я думаю, при Генке можно. Какие могут быть секреты? Конечно. Ну вот, пожалуйста. Витька Буров бандит непрофессиональный, начинающий. Он первый раз забрался в чужую квартиру и украл портфель, думая, что там есть что-нибудь ценное. Через неделю он возвращается обратно, потому что портфель у него никто не спрашивает, и совершенно случайно попадается на встречу Зимин. И он стреляет в него со страху. Чем? Слушай, если бы у Витьки был револьвер, он давно бы его показал. Конечно, показал бы. У него был портфель, он показал его кому-нибудь, а? Нет. А откуда он его взял? Что же, ну украл его? Правильно. Украл, что вы... Правильно, я об этом говорю. Залезь в чужую квартиру. Я об этом говорю. Ну а ты, Слава, чего молчишь, а? А что я могу сказать? Ну ты же жил в одном доме с Зиминым. Ну понимаешь, я очень редко видел его. Ну как ты думаешь, он порядочный человек? Я думаю, порядочный. Порядочный, да? Ничего не слышно. Пойдем. Ребята, вы понимаете, его могли втянуть в какую-нибудь аферу. Он хотел выйти из игры. Грозил разоблачением. Они его убрали. Логично. Ну ты даешь. Ты, чтобы выгородить Бурова, готов сочинять самые невероятные ситуации и истории. Посмотри, он же не случайно. Не случайно принес домой документ. Не случайно. Ну... Не случайно скрыл пропажу портфеля. И не случайно отправил жену и дочь за город, а сам вернулся домой. Ребят, все это не случайно. Но понимаете, мне не верится, чтобы Зимин участвовал в какой-либо афере. Но тогда остается только одно. Он стоял на пути Красавцева и Навроцкого, и они его убрали. Да ты что, хочешь сказать, что Навроцкий убил Зимина, так что ли? Ну зачем, он не сам убивал? Нанял какого-нибудь уголовника. И тот, естественно, за деньги. Логично. Убил. Логично. Опять же, кого нанял? Витьку Бурова. Ой, это что? Витька Буров и Навроцкий ненавидели друг друга. А ты спроси у Генки, он тебе скажет, от ненависти до любви один шаг. Чего ты так на Витьку взялся? Кстати, когда пропали документы, то Навроцкий с Зиминым был в кинотеатре. А когда убили Зимина, он, между прочим, с тобой бежал по лестнице. Это во-первых. Во-вторых, документы могли украсть с фабрики. Это проще. Да как с фабрики? Они лежат у Зимина в сейфе. И украсть их, в принципе, невозможно. Ребята, чем больше неясности, тем больше версий. Давайте прекратим это. Да каких версий? Никаких версий нет. Витька Буров бандит. И вообще, рассуждая с диалектической откровенностью. Какой откровенностью? Диалектической. Ну, говоря откровенно, Витьку Бурова не сегодня, завтра, послезавтра, через год. Все равно бы посадили. Не за это дело, так за другое. Так что мы с ним возимся в конце-то концов. Но чего ты на меня уставился? Да вот смотрю. Ну и что ты видишь? Не помню кто сказал, что человек, каждый человек, это вселенная. Кто же это сказал? Это Гёте сказал. Гёте. Ну а для меня Гёте не авторитет. А для тебя вообще... Ребят, смотрите, ребята! Ура! Thank you.
Мальчик, на летное поле выход запрещен. Не маленький, сам знаю. Кинг, тут не видел ребят. Они у второго ангара. Послушай, Пурган, ты можешь сосредоточиться на минуту? Могу. Скажи, пожалуйста, вот мы с ребятами никак не можем поверить, что ты не слышал, как вор забрался к вам в квартиру и как у вас украли портфель. Нет, я ничего не знаю. Ничего не слышал? Я спал. Я ничего не знаю. Следователь меня уже 3 раза вызывал. Вызывал, да? Но я ничего не знаю. Я спал. Не бойся. Ну не бойся, Витька Буров в тюрьме, а здесь все свои ребята. Почему я боюсь? Не боюсь я его. Просто Витька меня недолюбливал. Придирался все время. А зачем ты с ним водился? Чего я с ним водился? Я ведь со Шнырой. Со Шнырой, со Шнырой. И уходят в кино. Сам не знал. Они позвали меня с улицы, уложили спать и ушли. А во второй раз, когда они уезжали в дом отдыха, ты знал? Знал. Говорил кому-нибудь? Нет. Ну, честно. Ну что, сказал, да? Витьке сказал. Витьке сказал, да? Значит, да. Витька знал, что ваш уезжает за город? Знал. Знал, да? А он у тебя об этом сам спросил или ты ему сказал? Я ему сказал сам. Ты ему сказал. А зачем? Он же тебя не спрашивал. Не спрашивал, но он нам говорил. Стоп. А кому это вам? Мне, Шныре, Паштету, Белке. Что он говорил? Ну что, в воскресенье едем на Драгомиловское кладбище, синичку ловить. Ну, я сказал, что не могу. Мои папа с мамой уезжают. За город. Так, ну кое-что проясняется. Где ты пропадаешь? Мы тебя ищем, ищем. Я вас тоже ищу. Хорошо. Ну, я пойду, а? Ну, иди, иди. Ну, что ты теперь, Поляков, скажешь, а? Что скажешь? Скажу, что Витька знал, что Зимину уезжают за город. Да? Да. Так все звенья соединились? Ну, какие звенья? При этом были еще люди. Да ты что? Белка, Шныра, Паштет. Так что потом, Белка, Шныра или Паштет убили Зимина? Так что ли? Перед всей школой, тогда сразу все скажу. Ну и скажу. Что ты скажешь? Скажу, что Витька никого не убивал. Что я скажу? Вот и видно, что ты блатняк. А блатники, ребята, всегда друг друга выгораживают. Я не блатняк. И Витька не блатняк. И не водился с блатниками. Он когда узнал, что Белка с Костей Карликом водится, сказал, что не возьмет ее в Крым. А что, Белка водится с Костей Карликом? Я не знаю. Да, ты что, не знал? Ну-ка, поди сюда. Иди. Иди сюда. Так ты говоришь, Белка водится с Костей Карликом. Разговаривали, я сам видел сколько раз. Ну? Костя Карлик деньгами подбирался, что мы на Крым собирали. Ну, Витька и сказал Белке. Значит, Костя Карлик знал, что вы собираетесь в Крым? Ну, знал. А от кого? Ну, от Белки, наверное, больше нет. От ну, чё? А что? Ничего, ничего. Ничего. Я думал, вы меня звали. Вали, не нужно. А что деньги вы собирали, он знал? Может, и знал. Да, знал, только найти не мог. Сколько раз лазил, искал. Он думал, что деньги у Витьки под Лежанкой. Они совсем в другом месте были. А помнишь, как Фургон говорил, что его родители собираются в воскресенье в дом отдыха? А, да, говорил. Мы тогда за синичками собирались. Он говорит, не могу, уезжают мои. А кто при этом был? Все были. И Витька Буров? И Витька Буров. А Белка была? И Белка была, ну все. А как ты думаешь, могла сказать Белка об этом Косте Карлику? Кто ее знает? Могла, могла, она неверная. Что значит неверная? Ну что значит? Ненадежная, но... Я говорил Витьке, не надо брать ее в Крым. Витька говорит, не возьмешь ее в Крым, Костя Карлик опять ее форточницей сделает. Опять в колонию попадет. Значит, вы Белке напрочь не доверяете? Не доверяем, но... А Паштет? Паштет. Паштет свой. Он любит Витьку. Ну, а мне ты доверяешь?
Да, доверяю. Да? А Антону? Что? Чего ты молчишь, а? Он сам себе не доверяет. Отвертится бандюга, да? С финками тебя кидался. Помнишь? Вот хорошо, что я тебя встретил. Я тебя искал даже. А что искал? Что искал-то? Поговорить надо насчет Белки. А что говорить? Не о чем говорить. Ее могут принять на фабрику. Ну, квалификация будет, зарплата. Я договорился с директором, она не хочет. А я-то здесь при чем? При чем здесь я? Не знаю. Так что делать? Что делать? Что делать? А почему ты ко мне-то с этим? Почему? Почему? Я не только к тебе. Я ко всем с этим. Мне вот говорили, что ты имеешь влияние на нее. Что я на нее имею? Влияние. Какое влияние? Кто сказал? Кто сказал? Мы говорили. Говорили. Кто говорил? Витька Буров. Ух. Витька Буров. Не маленькая, сама устроится. Витька Буров. И вообще я с ними не знаюсь. Одна банда. Она с ними была. На юг дураки собирались. На солнышке позагорать. Вот и загорает в тюряге бандюга. Делаешь? На чердаке. А тебе что? Белка, ну постой, не убегай, Белка! Ну что тебе надо? Что вы все ко мне привязались? Кто все? Кто? Белка, ты мне можешь ответить на один вопрос? Откровенно. Ты когда-нибудь здесь, у Витьки, видела портфель ворованный? Видела? Какой портфель? Ничего не знаю, ничего не слышала, ничего не видела. Ну как же ты не знаешь? Ты же знала, что Зимины уезжают за город в субботу. Ты ведь знала об этом? Знала? Зимины куда уезжают? Ничего я не знала! Знала, Фургон при всех говорил об этом. Ну что, что говорил? Ну что? Знала. Ну ты хоть кому-нибудь говорила об этом? Тебя кто-нибудь расспрашивал? Спрашивал, что Зимины уезжают за город? Подумай, Белка, подумай. Белка! Никто не спрашивал. Ты кому-нибудь рассказывал об этом? Белка, вспомни. Я прошу тебя, это очень важно, Белка. А что тебе? Ну что ты в душу лезешь? Белка, послушай. Не плачь. Не надо плакать, Белка. Ты понимаешь, почему я тебя спрашиваю? Я не верю, что Витька убил Зимина. Белка, ну не плачь. Чувствую, не он. Но кто? Господи, как вы все мне надоели! Слушайте меня внимательно. Я с Витькой не дружил и не хотел, чтобы вы с ним дружили. Это вы знаете, но я не верю, что Витька убил Зимина. Да не убивал он его, ты понимаешь, не убивал. Это настоящий парень. Спрашиваешь, настоящий, ты же меня знаешь. Пойди сюда. Хочешь выручить Витьку? Хочу, конечно. Так вот, мы можем доказать его невиновность и спасти его только одним способом. А как? Найти истинного убийцу. Хотите в этом помочь? Хотим, да.
Так вот, во-первых, без трёпа и никому ни слова. Один неосторожный шаг, и все можно погубить. Могила. Нужно следить за Костей, Карликом и Белкой. За Белкой? Да, но они об этом ничего не должны знать, понял? Учтите, Белке грозит опасность. К тебе Мишка приходил? Ну, приходил. Почему мне не сказала? Почему мне не сказала? Почему я должна тебе говорить? О чем с ним говорила? О чем с ним говорила? И о чем? Он спросил, почему на фабрику не ходишь? Он после этого со мной говорил. Почему со мной говорил? Откуда я знаю? А что он тебе говорил? Говорил, о чем говорил? О фабрике твоей говорил. Да он всем про эту фабрику долдонит. Еще раз с Мишкой увижу, убью, поняла? Убью! Дурак. Дуракам, не связывайтесь с ним. Хорошо, сейчас сами не улипли. Хотите заработать? Дело дам. Ну, подумайте. Подумайте. Осторожнее, разобьешь. Белка, может, бутылки пойдешь сдашь? Нет. Почему? Не хочу. А что ты хочешь? Ничего не хочу. Умереть хочу. Тихо иду. Здрасте, здравствуйте. Здрасте, дети. Смотри, фокусники. Зашли в пивную, а сейчас из фотографии. Белка! Белка! Ну иди сюда! Сиди, Белка! Белка! Не ходи! Костя Карлик радуется, что Витьку посадили. Гад! Ребята, запомните, Витька сидит из-за Кости Карлика. Как из-за Кости Карлика? Объясни. Почему? Почему? Может, меня вообще в последний раз в жизни видит? Что? Да ты что, Белка? Отчего? Белка! Ну, рассказывай. А че рассказывать? Рассказывай. Кто навел? Куда навел? Кто навел тебя на квартиру инженера? Белка навела? Белка навела. Белка? Так. Ну, а портфель? Какой портфель? Ну, какой портфель? Ну, портфель. Кто взял портфель? А Витьку кто навел? Белка. Белка. Его Белка и тебе Белка. А документы из портфеля кому Витька продал? Не знаю. За два червонца кому Витька продал документы? Пятерку! У кого Витька просил добавить? А? Что ты молчишь? Пойди.
ты расскажи. Человек один так попросил портфель взять. Ключи дал. Ну и я и пошел. Что за человек? Валентин Валентинович. В нашем доме живет. Насчет портфеля не беспокойтесь. Нет его. Что еще взял? Да чтоб мне воли не видать. Если взял хоть иголку, лучше сейчас верни. А то хуже будет. Да что там брать? Что там брать? Ложки, вилки. Вы-то со своими бумагами сторгуетесь. А я за свои ложки, вилки в тюрьме сидел, да? Я рассчитываю на твою сообразительность, но если она тебе изменит, я найду тебя и на том свете. Хоть бы пятерочку прибавили. Там серебро. Золотишко было, я ничего не взял. Все, как договорились. А что касается золота, то самое лучшее золото — это молчание. Понял? А портфель куда ты дел? Портфель Витьки. На чердак подбросил. Витьки на чердак подбросил. Ага. Витьки. Нам почему не рассказал? Вам? Я думал, дело верное, чего рассказывать. Мальчишка, он думал, что у него верное дело. А ты не думал о том, что ты был в этой квартире? Что ты взял портфель в этой квартире? И мы... Я ничего, идиот старый, об этом не знал. Я не подозревал. У него дело это верное. И я, старый дурак, пошел с ним. Но... Завтра пойдешь на биржу труда, станешь на учет. Будешь работать, куда ни пошлют. Но теперь запомни, слушай меня внимательно. Никакого дела гривенника не возьмешь. На рынок не ходи. Не пей. Вина. Если тебя заберут по этому делу, все вали на Витьку Бурова. Понял? Соображаешь? Так. Ну а сейчас поедешь на три вокзала. С Ярославского вокзала доедешь до станции Мамонтовка. Понял? Прекрасно. Там передашь конверт. Ну, пошли, нам пора. Мой номер, пожалуйста. Занято. Меня ждут. Понимаю. Благодарю. Скорее. Гражданин, к вам гости! Прошу. Я никого не жду! Я никого не жду! Здравствуйте, товарищ. Принесите к нам еще пиво. И закуски. Ну, безусловно. Зачем вы пришли? Странный вопрос. Попариться? Обновиться? У меня что-то кости болят. Нам больше незачем видеться. Мне трудно жить, не видя вас. Знаете, нет, не до шуток. Прошу вас твердо уяснить, что я никакого, повторяю, никакого отношения к этому происшествию не имею. И будь я хоть настолько причастен,
Синий момент. Будь я хоть настолько причастен к этому делу, меня уж давно бы не было в Москве. Никакого Навроцкого Валентина Валентиновича не существовало бы. Неужели в это трудно поверить? Но именно вы сами настояли, чтобы я передал документы Зимину. Ну, правильно, я бывал у него в доме, ухаживал за дочкой, дружил с женой. Он уже совсем было стал нашим человеком. У меня все было точно рассчитано. Но этот хулиган, бандит, мальчишка, все карцы. А теперь вам не стоит показываться на фабрике. Что, исчезнуть? Вызвать еще большие подозрения? Пожалуйста, полотенце. Благодарю вас. Принесите просто. Сей момент. Будьте мужчиной. Не вешайте головы. Все должно остаться так, как было. Что у всего? Вот вы все. Пять вагон. Нет. Слушай, красавцы. Вы мне казались отважным человеком. Романтик. Авантюристом. В хорошем смысле этого слова. С трепетным, жалостливым. Сердцем российского интеллигента. Хотя мне всегда раздражали ваши буржуазные привычки. Ипподром, вот это. Что это такое? А вы оказались просто трусишкой. А я-то великовозрастный гимназист. Собирался с вами делать большие дела. Какие? Ну что сейчас там будем говорить? То, что ты рассказал, существенно, конечно, важно. И многое добавляет к расследованию дела. Но ты пришел поздно. Но я не мог раньше. Мы же выясняли. А почему поздно? Костя Карлик убит. Как? Когда? Где? Сегодня ночью в лесу, недалеко от станции Мамонтовка, Ярославской железной дороги, он убит. Из пистолета, пули того же калибра, который убит инженер Зимин, по-видимому, стреляли из одного и того же пистолета. А вы? Знаем мы все это раньше, мы бы вчера взяли Костю Карлика, и все было бы проще. А сегодня не успели его убрать. А Белка? Теперь ведь она одна знает все. Они будут ей мстить. Кстати, кто-нибудь видел, как ты разговаривал с Костей Карликом? Нет. Я думаю, нет. Судя по всему, за этим делом стоят опасные люди, опытнейшие рецидивисты. Они хорошо знают всех наших работников. Некоторые из этих супчиков даже вежливо раскланиваются со мной на улице. Предусмотрительные. По-видимому. За Белку ты, Миша, не беспокойся. Так вот, Миша. Задание у нас с тобой будет простое и сложное. Одновременно.
Желаете сфотографироваться? Да. Портрет? Память Москвы, жанр. На ваше усмотрение. Вверх. Руки вверх и не двигаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Бутылки здесь принимаю? Тут есть кто-нибудь живой? Знающий и опытный, с давнишним стажем. Сидеть вам все равно придется. Вы самовольно укоротили срок своего заключения. А этого делать нельзя. Вопрос в том, что и сколько будет добавлено к вашему сроку. Ну, собственно, рассказ мой будет короткий. Приходит ко мне Костя Карлик. Ну, говорит, есть золото, серебро, вилки, ложки, брошки. Ну, меха там, барахла навалом, в шкафах деньги. Народ богатый, большими делами ворочает. Главный инженер мануфактурной фабрики. Простите, можно папиросочку? Пожалуйста. А написано не курить. Ничего, я разрешаю. Я лучше водички выпью. Ну, собственно, в субботу уезжают они там, я не знаю, за город, на дачу. Пацан у них спит. Кстати, я спросил у Коси Карлика, кто его навел. Ну, сначала, говорит, отказался, ну, а потом раскололся, говорит, одна девчонка, кстати, Белкой зовут. Ну, я понял, что дело тухлое, он говорит, нет, дело чистое, и взял с собой это, как его, кукольника, ну, вы знаете, из арбатского арса. Итак, вы участвовали в попытке ограбления квартиры инженера Зимина?
участвовал, но я не стрелял. Я о том, что у Кости Карлик, Карлика есть пистолет, я не знал. Мы договорились, что не будет никакого оружия. Потом пришел Костя Карлик. Вы знаете Костю Карлика, и сказал, что инженер уехал. Что жена инженера уехала, дочка уехала. Ну, что все уехали, и все готово. Ну, раз все готово, значит, можно работать. И мы пошли. Причем я предупредил. Я предупредил, сказал, оружие с собой не брать. И что же вы думаете? Приходят они на дело. Инженер оказался дома, и Костя Карликова пришел. Он же подвел нас. Навел нас на мокрое дело, убил ни в чем не повинного человека. Ну, была проверка суд по-вашему. Посоветовали ему списаться, он и застрелился. А что же ему оставалось делать? Все равно же вышка. На провилке были? Был. Еще кто был? Фотограф был. Что решили? Ну что решать, что решать? Закон известный. Подвел всех под вышку. Убили его? Нет. Он сам. Значит, вы знали о готовящемся ограблении? Да, это я знал, я признаю. И вынудили Костю Карлика на самоубийство? Не я вынудил. Закон наш вынудил. Таков порядок. А то, что я придерживался порядка, это я признаю. Что вы знаете про портфель похищенного инженера Зимина? Ничего. Так ли? Гражданин следователь, если вам рассказал про два убийства, неужели вы думаете, что я бы не рассказал про какой-то паршивый портфель с какими-то паршивыми бумажками? Что вы знаете про портфель, похищенный у инженера Зимина? У инженера? Это тот, что нашли на чердаке? Да. Ничего не знаю. И не видел. Скажите, вам знаком такой человек? Да. Навроцкий. Навроцкий? Валентин Валентинович. Навроцкий. Вы знаете такого человека? Какого? Навроцкий Валентин Валентинович. Навроцкий? Навроцкий. Понятия не имею. Вы хорошо подумали? Очень, очень. Чего? Ну а почему тогда ты у меня спрашиваешь, как дела Навроцкого? Ну как же, ты его приятель. Миша, он такой же мне приятель, как и тебе. Юра, помнишь, однажды утром во время занятий ты выходил из школы на улицу? Во время занятий на улицу? Да. Нет, не помню. Не помнишь? Не помню. Это было вскоре после того случая с вагоном Навроцкого. С вагоном? С каким вагоном? А я тебе напомню. Помнишь, я тогда дежурил? Ну и спросил, почему ты так рано уходишь из школы. Да. Ну а ты мне ответил, что будто несешь ключ отцу. Да, что-то припоминаю, ну и что? Ну и как, ты его отдал? Ключ отцу, наверное, отдал. Ты уверен? Ну-ка. Ну, отдал, наверное. Ты понимаешь, дело в том, что твой отец с 9 утра до 2 часов дня был занят в клинике. На Басманной, никуда не уходил. Ребята. Ну и похуй, вся эта слежка за моим папой просто несерьезна.
Оказывается, с возрастом не пропадает страсть детективом. Ну ладно, Миш, я тебя слушаю. Значит, во сколько ты выходил на улицу? Ну, я не помню. А что? Ну, где-то, наверное, в районе 10 часов. Да? Да, возможно. Возможно. А она вроде приходила. Во сколько? Я не помню. Ну, я думаю, где-то между 12 и часом. Может быть. Вот видишь, ты же лучше меня знаешь. Я не знаю, просто хочу знать, понимаешь? Ну, хорошо. О чем вы с ним разговаривали, если не секрет? Наброски? Угу. Что ему было нужно? Ну, у нас с ним свои личные дела. А какие у вас с ним дела? Ты хочешь знать? Да. Хорошо. Мы вместе бываем на ипподроме. На бегах. Любим лошадей. Понятно. Вот. И даже иногда играем на тотализаторе. И выигрываете? Да, бывает. Знаешь, бывает. Юра, если тебя правильно понял, то Навроцкий приходил, наверное, для того, чтобы договориться с тобой насчет ипподрома. Наверняка да. А что? А ключи в таком случае ты кому выносил? Я не выносил никаких ключей. Но ты же мне говорил. Ну, я это сказал только для того, чтобы выйти из школы. А зачем тебе нужно было выйти из школы? А вот это мое личное дело. А что ты на меня кричишь? Ну, я не кричу, просто это мое личное дело. Ну, я к девочке к одной выходил. Потом был ваш самосуд. Кроме вас, Кукольника и Кости Карлика были еще двое. Кости Карлика застрелили, эта экспертиза подтвердила. Выстрел на расстоянии. Зачем вы меня обманываете? Какой смысл? Все равно ведь срок отсиживать. Кто вам поверит, что Кости Карлика убили из-за того, что инженер неожиданно вернулся домой? Это не причина. Инженер действительно уехал, Костя Карлик это видел. Не мог же он предположить, что инженер вернется. А вы Костя Карлика убили. За что? Рассчитывайте на Навроцкого. Послушайте, какой еще Навроцкий? Валентин Валентинович. Скрываете. Я вам скажу, почему вы скрываете. По этому делу вам дадут несколько лет. За недонесение о том, что готовится ограбление, за участие в убийстве Кости Карлика. Гражданин следователь, я никогда никого не убивал. За мной мокрых дел нет и не будет. Я и не говорю, что вы убили. Я знаю вашу специальность, но вы участвовали. Так вот, вы понимаете, что получите несколько лет. Но вы также понимаете, что ваша десятка все покрывает. Но зато на свободе остается богатый человек, и он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе, но он у вас в кулаке. Денежный мешок на свободе. Вот ваш расчет. Что-то вы очень хитро рассуждаете. Просчитали вы все правильно, даже хитрее, чем я. Но тянете вы зря. Вам ведь могут добавить Побег, Зимин, Костя Карлик. Рецидивист вы неисправимый. А если нет надежды на исправление, то что же с вами делать? Что? Костя Карлик? Ну-ну. Взял портфель у Зимина. Принес его, ну, этому, вашему... Кому, кому? Валентину Валентиновичу. Навроцкому? Навроцкому. Ну, а Навроцкий пришел ко мне. Как он нашел дорогу к вам? Этого я не знаю. Не знаете? Я не знаю. Я не знаю. Даю вам слово, что я не знаю, клянусь честью, как он на меня вышел, я не знаю. То ли он меня на бегах видел, я только догадываюсь. Хорошо. Что было дальше?
Дальше. Все. Дальше была проверка. Зачем ты сказал про ключи? Дежурный спросил, зачем я выхожу из школы. Но я сразу-то не сообразил, у меня ключи были в кармане. Я сказал, что вроде хочу их отдать отцу. Но сейчас я видел Полякова, сказал ему, что никаких ключей не было, что я просто к девочке выходил. Болван. Эта шутка с ключами может обернуться катастрофой. В наше время шуток не любят и не понимают. За тобой следят. Встретимся в 7 часов вечера у Эрмитажа. Не знаю.